Очередная взятка. В Архангельске оперативники ФСБ задержали заместителя руководителя межрегионального территориального управления Росимущества Михаила Шмырева. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Деньги высокопоставленный чиновник требовал от предпринимателей за победу в аукционе для приобретения нежилого помещения. Всего 3 миллиона 450 тысяч рублей. По решению Ломоносовского суда в ближайшие 2 месяца на время следствия Михаил Шмырев проведет под стражей. Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Май – время последних звонков. В Новодвинске торжественные линейки прошли во всех образовательных учреждениях. В первой школе виновниками торжества стали 36 выпускников. Праздничную линейку открыли красивым прощальным вальсом. Особенным подарком для всей первой школы станет открытие в сентябре 2017 года лесного класса. Его подарил ребятам архангельский ЦБК. Впереди у школьников экзаменационная пора. Кстати, об особенностях проведения ЕГЭ в этом году рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. Единый госэкзамен пройдет на 88 площадках. Проверят свои знания свыше 6 тысяч 11-классников и более 10 тысяч 9-классников. Пройдет единый госэкзамен с рядом нововведений. Так продолжена работа по исключению так называемых «угадаек». Тестовой части в этом году не будет в экзаменационных заданиях по биологии, химии и физике. Также из новинок – новая технология печати и сканирования контрольных измерительных материалов. Задания будут распечатываться прямо в аудиториях, а после экзамена их ответы отсканируют и отправят на проверку. Плюс в этом году увеличилось количество общественных наблюдателей. Списать будет нереально, говорят специалисты. Что касается ребят с ограниченными возможностями здоровья, то они смогут сдать ЕГЭ на дому. В регионе работает горячая линия. Все вопросы по поводу сдачи ЕГЭ можно задать по телефону 28 55 85. В России прошли Дельфийские игры, в них приняли участие 2200 молодых талантов, среди которых были и две девушки из Новодвинска. Одна из них, Дарья Жукова, в номинации «Фотография» привезла соревнования 2 медали. В следующем году Дарья представит Россию уже на всемирных Дельфийских играх. Более 80 миллионов рублей потратят на ремонт дорог в Северодвинске. Подрядчиком стал «Аксум». Специалисты уже ведут работы на острове Ягры. На очереди участки дорог от улицы Мира до Приморского бульвара и от улицы Макаренко до Краснофлотской. Впервые в самом южном городе области на территории речного причала прошел водный праздник «Котласская регата». Он был посвящен столетию города. Несмотря на дождь, посмотреть на красочное шоу собралось большое количество зрителей. Такого праздника город речников не видел давно. Началось действо с парада судов. Возглавили колонну теплоходы. Среди них действующий рейдовый буксир ледокольного класса «Муром», пассажирский «Кондор», несколько известных котлашанам обстановочных судов, «Касатка», «Снегирь», «Сорока», множество катеров. Еще одной изюминкой праздника стали соревнования грибных судов. На участие заявилось 16 команд. 3 из них были на спортивных катамаранах. 7 экипажей сели на байдарки. 6 предпочли легкие парусные лодки «Ялы». В итоге среди байдарочников первыми пришли Алексей Власов и Дмитрий Черных. Лучшим на «Ялах» стал Николай Верховинский. На катамаранах победу одержала команда Дениса Попова. Для новой библиотеки Плесецка северяне собрали уже 4500 книг. Полностью сформирован фонд художественной литературы. Но до сих пор необходимы детские книги и специализированные издания. Напомним, пункт сбора литературы в помощь сгоревшей библиотеке в Плесецке располагается в Добролюбовке. Необходимы книги по философии, психологии, педагогике, менеджменту, истории. Практически нет книг по литературоведению и искусству. Сотрудники Добролюбовки начали работу по восстановлению электронного каталога Плесецкой библиотеки. Уже подготовлено 500 записей. Сейчас решается вопрос о передаче библиотеке нового здания. В центре Вельска открылась новая детская площадка. Она построена на средства спонсоров. Это уже не первый опыт сотрудничества местной власти и бизнеса. Площадка для игры полностью соответствует безопасности. Она огорожена, есть качели, скамейки, горки и даже пожарная машина, которую сразу же облюбовала детвора.